В июне в рамках нашего проекта «Медиаконтроль Карибу» мы выдали в эфир несколько материалов о состоянии магаданских дорог. Проблемных участков, требовавших как минимум ямочного ремонта, было обнаружено немало. Что было сделано за лето, мы решили проверить на месте. После вмешательства прокуратуры Магаданской области и нашего сюжета о совместном рейде «Медиаконтроля Карибу», дорожники сделали выезд с улицы Болдырева на Карла Маркса и, как мы видим, очень продолжительный участок, примыкающий к тротуару. Следующий участок из наших предыдущих материалов – улица Гагарина, от перекрестка с Якутской до Парковой. В начале лета дорожники там засыпали ямы, но нормальным ремонтом дорожного полотна назвать это было невозможно. Сейчас асфальтовое покрытие восстановили качественно. Но ведь хорошо, когда хорошо. Карибу сила, Галут мощь. Еще одним участком, вызывавшим критику автолюбителей в июне, был участок улицы Пушкина в районе Китайского рынка. К нашему удивлению, половина дороги от проспекта Ленина до перекрестка с Советской сделана качественно, но отрезок проезжей части напротив рынка остался прежним. Граница между тем, как очень бы хотелось, чтобы выглядели дороги и содержались, и тем, как очень бы не хотелось водителям Магадана, вот здесь видна очень ярко. Будут ли там проведены полноценные ремонтные работы в оставшийся летний период? За комментарием мы обратились напрямую в ГЛУД. Далее, то есть пока мы произвели только ямочный ремонт, такой, так сказать, как. Но в данный момент нет, по улице Пушкина не будет. Просто еще много мест, где требуется. Если откровенно, мы согласны с тем, что есть и более разрушенные участки дорог. Все и сразу сделать еще не получалось, наверное, нигде. Но, как рассказал нам Сергей Бородко, объемы уже выполненного ямочного ремонта в Магадане значительные. По текущему ремонту дорог около 6500 квадратных метров. Также в ямках ямочного ремонта произведено 28300 метров квадратных. Практически заканчиваем ремонт грунтовых дорог. В объеме выполнено 69000 квадратных метров. Также ведутся у нас по программе наказы избирателей ямочный ремонт дворовых территорий. На данный момент выполнено только около 350 метров квадратных. Ну, в дальнейшем будем работать. Выполнили также по прочим объектам, туда включается где-то ямочный ремонт, ремонт тротуаров около 10 тысяч квадратных метров. В данный момент переехали на поселок Сокол. Там у нас ямочный ремонт, и по программе наказа избирателей будет произведен работы. Заканчиваем проезд улицы Пролетарская набережная, простонародье проезд казначейства. До конца сезона еще около 2 месяцев, и объемы работ, в том числе по ямочному ремонту, конечно, увеличатся. Олег Дудник, Илья Пачин. Специально для «Карибу».